большинство смотрели видео, в котором кто-то становится Z-Girl, то есть той самой идеальной девочкой из интернета. Так вот, сегодня я постараюсь провести утро как Z-Girl. То есть все максимально так идеально, водичка с лимоном, ранний подъем. Насколько это возможно, я постараюсь снять. Поэтому давайте без лишних слов начинаем. Поехали! И первое у меня это ранний подъем. Встала я в 10, конечно, это не 5-6 утра, как полагается Z-Girl, но я решила себя не мучить. Поэтому заправляю кровать, чтобы все было красивенько. И наливаю ту самую водичку с лимоном. Следующее – это уход за собой. Я чищу зубы. Наношу крем от прыщей. И увлажняющий лосьон для тела. Переодеваюсь в спортивную одежду. И не забываю про завтрак. Я пью чай с овсяной кашей. Сажусь на велосипед, чтобы в видео было много спорта. И еду на стадион заниматься. С собой я прихватила мою сестру, чтобы она не скучала. Включаю часы и пробегусь один кружок по стадиону. Так, мы уже пришли на стадион, пробежали один круг так для разминки. И сейчас, наверное, пойдем играть в баскетбол. Я уже думала пойти играть в баскетбол, но у меня обнаружилась скакалка. Я попрыгаю на скакалке, потом будем играть. Честно, мне кажется, что я нарушила уже все правила поведения Z-Girl, ну да ладно. Закончили и идем сейчас домой. Любая Z-Girl не только занимается спортом и правильно питается, но также занимается учебой. Но сейчас у меня летние каникулы и мало материалов, хотя есть же мой любимый французский. Я повторяю все мной изученное еще в московской школе по этому предмету, а также учу в приложении новые слова. Сейчас я читаю как раз таки одни из моих записей, слова и их перевод. Итак, на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравился такой формат видео. Максимально, как смогла, постаралась провести утро как Z-Girl. Если тебя все устроило, то обязательно ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ну а с вами была я, Мелисса. Всем пока-пока!